помнишь, в прошлом году вот здесь поклевки были? Всем привет! Выплыли мы за щукой. Будем пробовать. Пока что у нас окунек только. Ну, давайте, вперед. Вот такой бы даже, пусть даже такой окунь. Вот он клевал бы. Нормально бы, если бы. Вот так, чтобы плыл, вот ты ловишь, и он ловится. Да, поставил он вертушечку или какой-нибудь воблерок поменьше. Да и лови себе его на здоровье, в удовольствие. Опа, блин, да что ты будешь делать? Да, такое ощущение, что окунь тыкает. Тоже карася поставил. Правильно. Это Обаму, что ли? Да. Ловля на Обаму называется. Это у нас есть такое название кодовое воблера карася, Обама. Карась вот в такой расцветке, в темный, шикарно ловит. Вот он у меня новый абсолютно. Сейчас я его буду, наверное, тестировать, поставлю его. Ловим на Обаму. Новый, еще не обкатанный у меня. Я его купил по весне, но весной смысла нету по темной воде его гонять. Хотя вот на запрет с Алексеевичем мы когда с берега, помнишь, за бродника ходили? Да. Я на него поймал. На него? Да. Ну вот видишь, он и по темной воде, значит, работает, по мутной. О, видите, как отличается мой новый, а этот уже весь убитый по факту. Сколько на него щук было переловлено. О. Так что мы сегодня будем ловить на Обаму. Ну надо же мне его разловить сегодня. Но мне кажется, что у нас с тобой чуть-чуть разные расцветки. У тебя она более... Вот знаешь, у тебя он, по-моему, как графитовый. То есть он более вот черный. А у меня все-таки он темно-темно-коричневый. Не, ну, ловит та приманка, в которую ты больше веришь. Вот и все. При прочих равных, скажем так, веришь... Какую больше веришь, то и чаще ловишь. Чаще ловишь, чаще, соответственно, поймаешь. Давай. Сейчас. Подержи, подержи. Ой. Ну хоть будет что мне кошкам сварить, а то я забыл им вчера еды привезти. Так, сейчас я отойду, а то мы в остров уткнемся. Ну, вот так вот, давай кинем якорь. Вот так вот, ага. Опа! Ха-ха! Ребята! Ох, а заглотила Обаму! Сейчас! То есть получается, что щуки у нас сейчас здесь достаточно мало, но она голодная, она очень жадно заглатывает. То есть вся заглатывает прямо аж в жабры, вовнутрь. Вот коробочку я от этого воблера не выкидывал специально. Вот что у нас тут написано. 75SS. Вот самое главное. Цвет Bronze Brem 240. Во. Ну название цвета я выложу в описании под видео. Цвет рабочий абсолютно. Да, модель не обсуждается. Модель это у нас классика. Классика жанра в этих местах. Потому что здесь основной корм для этой щуки. Это как раз вот этот мелкий карась, которого здесь полно. Вот это основной корм ее здесь. Не, ну окушок еще, естественно. А, вот сейчас, это какой? Это твой новый. Все, сейчас мы сравним. Ну вот есть разница в расцветках, да. У меня жабры вот здесь слегка это желтоватые. А у тебя только под ртом чуть-чуть. И твой чуть-чуть на полтона темнее. То есть практически такой же тон, но чуть мне, вот он чуть-чуть темнее. Ну что, давай дальше. Да ты знаешь, тут, что тут самое смешное получается.
что вот мы как бы рассуждаем о цветах, но при всем при этом ты весной на этот по мутной воде же на этот темный воблер ловил. Правильно. А у меня приятель при этом вот здесь же, в этих местах, по абсолютно прозрачной воде в прошлом году ловил на Мэтт Тайгер цвет, на кислоту, на прям откровенную кислоту. И у него ни одного воблера с собой не было, ни в кислотной расцветке. У него была полностью коробка только с кислотными воблерами. И он ловил при этом. И поймал столько же, сколько я. По такой вот воде, по прозрачной, он ловил исключительно на кислотнике. Так что, тут не угадаешь. Просто надо его купить себе, и чтобы он был. Или взять свой один, просто вот тот мой, который уже облез. Взять его, раскрасить, попробовать в кислотную расцветку в какую-нибудь. У меня, в принципе, там какие-то лаки для ногтей остались. Вот что интересно, я тебе говорил. Вот был у меня вот этот воблер в обычной расцветке серебристый. Агарон от Пантона, 140-й плавающий. Я его взял, в кислоту перекрасил. Он у меня сразу начал ловить, а до этого не ловил. О! Дядя Сережа у нас тоже что-то поймал. Давай, дядя Сережа. Поднимай. Ух ты, яханый ты, бабай, а была ведь. В траву завела и сошла. Но заметьте, тоже на Обаму, да? Да, вот, вот на Обаму. Обама рулит. Немножко повеселее. Ну, я видел, да, она у тебя это. Ой, Сереж, я ее в прошлом году почти всю выпускал. Я брал себе, вот, из 10 штук, если одну, брал себе на котлеты, и все, ну так, чтобы еда какая-то была. А все остальное выпускаю. Она мне 100 лет не сдалась. Опа, блин, а поклевка была. Подтычка. Ну, это, может, окунь был. Куда же кинем? На паузе такая, тык, тычочек такой. А у меня тут еще два воблера новых есть от компании Культива. Таких вот два воблерочка. Это мне тесть подарил. Но мы их будем разлавливать в следующей передаче, я думаю. Это уже будет в следующей серии. Сегодня ловим на Обаму. Только на Обаму ловим. В лодке должен быть порядок. Тогда ты здесь на 6,5 или на сколько взял? Да, на 6700, по-моему, была. Ну, такого же карася, кстати. На 6700, да, была. Хорош. Но в тот год вообще было много крупной щуки. Поклевка? Да. Вот так вот. Не твой день сегодня явно, да. Ты смотри, глянь. Одна сошла, одна мимо. Ну да, по паре поклевок у нас уже с тобой было. Ну, и не считая окуневых тычков. У тебя-то азарт. А у меня, поскольку я тут живу, и вот выплываешь, ноль, выплываешь, ноль, выплываешь, ноль. Уже, понимаешь, такой пессимизм определенный. Да, потому что думаешь, ну что, ну сейчас выплывешь, ну опять проплаваешь 2-3 часа. Ни одной поклевки не увидишь, блин, так-то дурака валять, блин. Ну что, по две поклевки поимели, я двух поймал, Сережон. Одна мимо, одну упустил. Ну и плюс окуневые потычки. Все, в принципе, ловили на Обаму. В общем, неплохой воблер. С отличным, я считаю, расцветкой. А за сим, пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. А мы погнали. Пока.